Всем привет! С вами я, Вика, и мы продолжаем играть в маленькую неудачу. Я не буду много говорить, потому что вы и так все сами знаете. Если вам нравится эта игра, то мы ставим пальчик вверх, да, обязательно подписываемся на мой канал, вот. Ну и смотрим этот видосик. У меня такое ощущение, что меня откинуло назад немножечко. Да, меня немного откинуло, ну ладно. Так, вот мы пришли к тому самому месту, на котором мы остановились. Он не мог! Мое вечное счастье! Я знал, что от этого лиса будут неприятности. Он украл твой приз. Какое разочарование. Я действительно хотела сделать маме сюрприз. Что мне теперь делать? Мы должны найти лиса и вернуть твое счастье. Я не думаю, что он ушел далеко. Пойдем поищем его. Да, давай. Такое разочарование. А, вот ты где! Смотри, вот он! Бенджамин, ты украл мое вечное счастье? Не круто! Что он просто убежит? Ой. Да брось, Бенджамин! Верни назад мое счастье! Догони его! Нельзя позволить лису снова уйти. Он украл твой приз. Бенджамин меня серьезно разочаровал. Так, я забыла посыпать блесток. Все, тика. А, вот, кстати, куколка. Когда нелюбимые дети во тьме ищут то, что они потеряли, ищут ответ, почему они страдают. Ой, извиняюсь. Так, ладно. Дети страдают? Ты что-нибудь нашла, неудача? Нет, тебе показалось. Мне все еще смущает то, что она не рассказывает ему о том, что она нашла куклу и что здесь что-то написано. Мне кажется, эти записки, они типа должны нас наставлять на то, что на самом деле здесь происходит, но мне нисколько не помогают. Нужно смотреть в оба, вдруг мы увидим лис. Они умеют прятаться. Хорошо. Почему значок двери был? О, посмотри на этот камень. Он отличается от обычных камней, уверяю тебя. Думаю, ты права. О, этот кусок шатается. Возьму его себе. Возможно, он пригодится в другом месте. Ой. Здесь ничего нет. Совсем. Нет, поставь-ка его на место, и сейчас здесь появится буква. Смертельная игра кормит теней из мира духов. Что это значит? По мне, так это полная бессмыслица, неудача. Правда? Может, это еще не вся бессмыслица? Возьмем с собой камень, на всякий случай, раз его можно взять, значит, он нам зачем-то понадобится, и выйдем отсюда. Этот голос теперь очень подозрительный. Он что-то от нас определенно скрывает и не хочет нам что-то рассказывать. Ага, туда. Эта нора выглядит очень похоже на то место, куда лис бы спрятал приз. Ты хочешь сказать, мне нужно туда спуститься? Именно. Не беспокойся. Ничего плохого не случится. Совсем ничего плохого. Ладно, ты говоришь очень уверенно. Я доверюсь тебе. Интересно, зачем Бенджамин украл мой приз? Может, он сам несчастлив? Хорошая мысль, кстати говоря. Но мне самой нужно это счастье. И моей маме. Ау, есть кто внизу? О боже, она на пустом месте запнулась. Свечи в ловушке? Ай, это было серьезное падение. Эй, мистер Голос, ты здесь? Все, он тебе уже не отвечает. Отлично, я нашла иголку в стоге сена. Да, кстати. Проклятье, я ее уронила. Ой, столик. Почему-то лисенок. Это выглядит как рекламная вывеска. Тут написано, типа, что вот, мне это нравится. Скорее приобрети это. Тудухи. Средства для отпугивания лисиц? Не могу отрицать, что флакончик красивый. Возьму его. Ой. У
Нифига себе, какие тут технологии современные. Вот ты где! Чё ты делаешь? Что ты делаешь? Бенджамин? Используй средства для отпугивания на Бенджамине. Нет! Зачем? Мы только его поймали, мы можем с ним поговорить, надеюсь. Бенджамин! Вот это ты сейчас зря, чувак, все. Ты потерял мое доверие. Почему он постоянно убегает? Он ни слова вообще не говорит. Как они познакомились? Во что я ввязался? От нее одни неприятности. Возможно, была ошибка выбирать ее для этого. Для чего? Я имею в виду, я видел, как она ела блёстки. Кто так делает? Это неестественно. Ой. Неудача. Ты жива и здорова? Это замечательно. Да. Где я? Что произошло? Опасный лис напал на тебя. Бенджамин напал на меня? Получается, он действительно плохой лис. Видишь, я говорил тебе, что этот лис плохой. Злой. Да, возможно, мне стоило тебя послушать. Нам все еще нужно найти лиса и вернуть вечное счастье. Может, мы можем узнать, где он живет? Конечно, дай мне минуту на размышление, я скоро вернусь. Хорошо, я буду здесь. Как голоса нет, быстрее, бежим! А, вот сюда надо бежать. Я только сейчас поняла, что это шнит блёстками, и вот почему он сказал, что она ест блёстки. Только и вправду, зачем он это делает, непонятно. О, смотри, зоопарк! Ну, знаешь, с животными? Кому он обращается, здесь нет голоса. А, я тут погуглил. И узнал, что лиса в зоопарке что у лиса в зоопарке живет кузен. Мы могли бы пойти, вдруг он знает, где живет лис. Но как мы доберемся до зоопарка? Это очень далеко. А чего же мы воспользуемся автобусом? Здесь должна быть автобусная остановка. Хорошо. Будем бегать, это намного быстрее. Галерея какая-то или что-то? А, как я оказалась в центре? Я перенес тебя сюда. Ну как? Ты просто голос в моей голове. Просто голос? Нет, я способен на гораздо большее, чтобы ты знала. Докажи. Мне не нужно тебе ничего доказывать. Как скажешь, мистер Голос. Ладно, ты действительно хочешь увидеть, на что я способен? Эй, подожди, мой шнурок. Вот, видела? Я не просто голос в твоей голове. Неудача. Что? Ты видела? Прости, у меня проблемы со шнурком. Давай просто пойдем дальше. Зато нам он доказал, что он не просто голос. Это какая-то сверхъестественная сила, и он для чего-то ее выбрал. Эй, ты выглядишь знакомым. Так... Что? Вот, это она и была на картинке, это она пропала. Пропавшая без вести. Минуту, разве это не... Даниэла Бомбинь? Ты знаешь этого ребенка? Да, со школы. Она сказала нашему учителю засунуть домашнее задание в свой зад. Знаешь, она истинная итальянка. Ладно. Скорее всего, она просто сбежала из дома, а она скоро вернется. Думаешь? Да. А, хорошо. Это ты ее украл, голос! Ты так неуверенно вдруг заговорил, сразу же начал ее отговаривать. А, эти люди на картинке выглядят таким счастливыми, попивая свой сок. Спешу тебя огорчить, ты не сок. Мама постоянно приводит меня сюда, здесь очень скучно. Иногда она отправляет меня за сигаретами, а сама обниматься с незнакомцами у мусорных контейнеров. Это правда? Иногда мне кажется, что идея голоса украсть ее не такая уж и плохая, на самом деле. Ой. Этот мужчина только что обронил свой кошелек. Что ты хочешь сделать? Украсть или вернуть? Мы же ему говорили, что мы никогда ничего не крадем. Вернее, никогда ничего не крали, да? И чтобы он нам точно поверил, мы вернем ему кошелек. Этому мужчине. Погодите, сэр! Вы уронили свой кошелек.
Дурачок, что ли? Чего у тебя все падает? У тебя дырка в штанах? Проверь. Проверься. Это мне? Лотерейный билет? Круто! Спасибо. Ну, взгляни, он выигрышный. Ты выиграла? Ты выиграла? Ты проиграл. Блин, ну почти. Выигрыша нет. Может, повезет в следующий раз. Однажды мама привела меня сюда и забыла. Мне пришлось играть внутри всю ночь, пока охранник не нашел меня. Он подумал, что я енот. Что ж, похоже, ты весело провела ту ночь. Ага, не считая того, что я много плакала, было весело. Тогда было совсем не весело, тебе хочу сказать. Счастливое лицо. А, тут маски продаются как раз. Я знаю, чей это магазин. Чей? Папа Кейси. Кто такой Кейси? Друг со школы. Правда, я уже давно его не видела. Давайте-ка подумать, из-за чего. Мне кажется, я знаю, из-за чего. Ой. Ой. А что, так много детей пропало? Смотри, еще больше плакатов с пропавшими детьми. Так много? Интересно, почему они пропадают? О, не беспокойся о них. Я уверена, однажды они все вернутся. Думаешь? Конечно. Не знаю, мистер Голос. Здесь творится что-то загадочное. Полностью с тобой согласна. И вообще, на твоем месте я бы все равно не доверяла этому голосу, учитывая то, что дети пропадают. Мы на месте. Ты когда-нибудь ездила на автобусе самостоятельно? Нет, никогда. Я не знаю, что делать. Мне нужен билет? Давай узнаем. Здесь есть справочное табло. О, смотри, нам нужно подождать 2 минуты. Ничего себе. Мне не терпится встретиться с кузеном Бенджамином в зоопарке. Я расскажу ему, как плохо Бенджамин себя вел. И что Бенджамину должно быть стыдно. Звучит отлично. Здесь написано, что дети младше 15 лет могут ездить на автобусе бесплатно. Мне 8, так что все хорошо. Здорово. Сейчас, когда я подумала об этом, пожалуй, тебе нужен билет, ты кажешься старым. Я определенно старше, но меня никто не видит. А, ладно. Тебе около 20? Да, где-то около того. Так кого ты тут натираешь? Я совсем не верю, что тебе меньше около 20. Мне сесть и делай как хочешь. Хорошо, спасибо. Ну, тут карта какая-то. Опа. Мусорка, это поинтереснее определенно. Прошу прощения. Как ты посмела? Где песик? Это ты забрала песика. Собачек нужно гладить, а не забирать ее. Не пойми чего. Я не знаю. А ты? Правда? Хорошо. Что она тебе сказала? Ну-ка, расскажи мне быстро, мне тоже стало интересно. Смотри, улица называется Диккенс Роуд. Понял? Диккенс Роуд. Неудача. Зачетные шуточки. Я присяду. Я немного устала от всей этой ходьбы, понимаешь? Могу представить, у тебя очень маленькие ноги. Именно. Я маленькая леди, вот кто я. Посмотри на этих старушек. Они жутковатые, тебе не кажется? Честно, я видала похуже. Правда? Да. Знаешь, мама носит такую же маску. Ей нравится прятать за ней улыбку и слезы. Тебе бы хотелось такую маску? Нет, может быть. Я не знаю. Автобус приехал. Люби себя. Happy face. Счастливое лицо. Это тоже реклама тех же самых масок, которые все здесь носят. Поездка на автобусе займет некоторое время. Как ты к этому относишься? Ничего, Хиро составит мне компанию. Кто такой Хиро? Это мой друг из Японии. Кстати, он призрак. Он постоянно говорит «Кирива в докудесука». Ты очень забавная неудача. Призраков не существует.
А ты тогда кто? Кириванда, ты сука. Эй, неудача, смотри. На поле целое стадо коров. О, я люблю коров. О, как мило. Да вроде обычная корова. Фу, как много какашек. Беги за всех ног, маленький детеныш коровы. Несчастье происходит постоянно. Следующая остановка – зоопарк. Кажется, мы подъезжаем к зоопарку. Отлично. Ух ты. Ой, ух ты, вот мы и здесь. Мне не терпится попасть внутрь. У тебя же есть билет, правда? Какой билет? Разве я не дал тебе билет ранее? Что? Нет, не давал. Боже мой, прости, я совсем забыл. У тебя есть идея, как пробраться внутрь? Ну, ты понимаешь, не заплати. Я видела, как мама показала грудь парню в магазине и получила бесплатную еду. Я думаю, тебя не прокатит, не стоит пробовать. Только моя пока не выросла, значит, это не сработает. Понятно. Так, у меня есть идея. Что, если мы воспользуемся отвлекающим маневром? Что такое отвлекающий маневр? Ну, мы заставим билетера посмотреть в другую сторону, понимаешь? Одурачим его. Хорошо, дай-ка подумать, что я могу сделать. Почему я от этого плаката вспомнила мем про Макса? А, волк! Я могу погладить волка? Он выглядит очень милым. Просто подожди, узнаешь, неудача. Подожди и узнаешь. Хорошо, я подожду и узнаю. Я опять начинаю зевать. Они знают о пропавших детях. Такс. Здравствуйте, я могу пройти бесплатно? Видимо, нет. А что, он просто ушел, мог бы ответить? Почему они вообще не говорят? Есть билет в зоопарк? В зоопарк, я так посчитала? Фу, мерзость, нет билетов, только гадость. Так, это хрупкое, словно... Словно можно разбить булыжником или чем-то еще, или камнем. Кажется, я кое-что придумала. Что если... Как попасть в зоопарк? Разбить окно или соврать? Соврать, соврать. А что ты собираешься сказать? Ай, что мелочиться? Давайте уже разобьем окно. Что-нибудь бунтарское сделаем. Что если я разобью вот это окно и сделаю много шума? Надо же, что за дикая идея. Но мне нравится. Спасибо. Ой. Тикамста, вот мы тут идем, как бы просто так. Не смотрите на нас, пожалуйста. Надо было еще какие-нибудь колготки натянуть на лицо, чтобы тебя не увидели. Разве это не чудесно? Мы увидим столько зверей в клетках. Зверей в клетках? Кстати, ты отлично справилась с тем, чтобы не попасться билетеру. Очень впечатляет. Спасибо. Но теперь нам предстоит отыскать выставку волка. Почему? Хочешь сказать, кузен Бенджамина волк? Да, помни, он знает, где живет лис. Хорошо, давайте закончим на этом. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну и в комментариях пишите, что вы думаете об этой игре. Ну и на этом все, с вами была Вика. Всех люблю, целую. Пока-пока.